Здесь, наверное, будет становиться. Во. И по центральному ТВ. Ну, мы же оттуда. Давай! Чак, бегу. Смотри. После того, как будет обеспечен явный перевес в силе, я имею в виду в несколько раз, по крайней мере, над силами Дудаева, тогда будет штурм города. Пока я здесь в республике, гражданской войны не будет, хотя ее стремится развязать Дудаев. Мы честно, я вам говорю, честно, или мы его уничтожим, или что-нибудь мы сделаем с ним. Мы так терпеть тоже не можем. Сколько можно терпеть? Уберите этого подонка с нашей земли. И все станет на свое место. И у вас там спокойно будет, я думаю. Грозный взять. Они общественный туалет Грозного не возьмут, я вам клянусь. Это все бессмысленно. Они лишний раз обрекают себя на неприятности. Старший лейтенант Растопко Алексей Викторович. Значит, я после того операции двое суток я отступая там ходил между городами.
И потом на трассе Баку-Ростов я вышел на пост, где стояли правительственные войска. Он там был арестован и после этого сразу вот доставлен сюда, вот где были товарищи. То есть, ну, обвинений никаких предъявлено нам не было. Ну, а показания, ну, как, по поводу задержания, конечно, давал. Вообще сначала, значит, проходя службу в части, я служу войсковая часть 35-758, это 13-й полк Кантемировской дивизии, значит, имел беседу с человеком, который, значит, полковыми контрразведчиками был представлен как представитель ФСК. Вот. Документов он, конечно, никаких не показывал, не представлялся. Вот, но присутствие офицеров полка, в общем-то, уверило в том, что это, как, этому человеку вроде как можно верить, несмотря на то, что он не предъявляет документы. Вот. Ну и в этой беседе, вот, конечно, он со своей точки зрения обрисовал положение в Чечне. Вот, и мною с ним был заключен контракт, причем контракт в одностороннем порядке, то есть эта бумага осталась у него. Капитан Крюков Андрей Васильевич, войсковая часть 01-451, город Солнечногорск, Московская область. Значит, после совершения марша из Моздока по Толстоюрт нам были утром, это около 5 часов утра, даны старшие штурмовых групп от оппозиции, которые сказали, что все это, они все, весь маршрут знают, они скажут, куда подъехать, что делать. То есть мы чисто были переданы этим командирам штурмовых групп. Просто было сказано, что необходимо занять будет жизненно важный объект, это телецентр, дворец президента, ДГБ, дом печати, дом и МВД. Вот. А уже когда конкретно, здесь уже перераспределение было, я в этом не участвовал, у меня экипаж немножко отстал, мы последними в город заходили. А вот со слов ребят, которые заходили, то на площадь Дружбы народу собрали все танки, там командир батальона наш, две машины туда, две машины, то есть раскидал так все и сам пропал практически из связи. В принципе, давления не было. Ну, просто рассказали такую красивую сказку, что, в общем, это, считай, ну, выехать на те же учения, только плюс тебе заплатят еще деньги. Вот. И ты 5 миллионов. И ты вроде как поможешь народу Чечни стать свободным и так далее. Неотвратимость наказания – единственный фактор сдерживания агрессии, народоубийства, провокации и развала. Неотвратимость наказания за содеяние. Я из России. Из Москвы, что вы приехали. Солдат, я из России, майор Логинов из Государственной Думы. Зампредседателя Государственной Думы Комитета по обороне. Нам нужно найти твоих родственников. Пока говорить не можешь, нам нужно найти твоих родственников, установить твою личность. Узнать, откуда, из какой части, откуда родом, чтобы твои родители опознали тебя или твои сослуживцы. Приехали к тебе. По возможности. Сынок, а ну посмотри на бабку. И ребята тут ухаживают, и врачи, поэтому в этом плане... И кормят. Я в тебе не вижу сегодня врага. И тогда не видел, и понимал, что не ты мой враг, потому что ты такой же. Кто ты в звании сейчас? Капитан? Я капитаном был. И оба мы были по разные стороны баррикад. Нам погоду эти люди не делают здесь. Ни в военном, ни в стратегическом плане. Нам нужен человек, который будет выступать, а не вот так вот, как ты, что-то выпрашивает. Вот ты, парень, будешь выступать так, чтобы задрожали стены? За Чечню, за положение? Ну, давай тогда, а ты так и будешь там мямлить стоять. Нам не нужен просто человек, нам нужен агитатор. Yeah.
Thank you.